Всем привет! Как вы знаете, 2 недели назад стартовал первый конкурс на канале, и пора объявлять победителя. Сначала давайте посмотрим на работы, которые будут претендовать. Дело в том, что у меня 4 работы, которые мне очень понравились, и я не знаю, как выбрать из них победителя. Победитель будет выбран рандомно. Давайте сначала посмотрим, кто будет участвовать. Алена Маслюк. Ее работа мне понравилась тем, что она хорошо поработала с цветом и тени. У нее выложен рисунок отличный. Еще работа мне понравилась Виолетты Исакович. У нее нарисовано именно с фантазией. То есть она не просто срисовала портрет, а еще дополнила его. Тоже имеет право на победу. Третий рисунок, который мне понравился, Екатерины Афанасьевой. Он, кстати говоря, в группе набрал больше всего лайков. Тоже очень красиво, молодец. И четвертый рисунок, который участвует, это Аня Абрамова нарисовала. Очень ярко, молодец, тоже очень здорово и красиво все получилось. Ты тоже участвуешь. Теперь покажу, как мы будем выбирать. Я девчонок пронумеровала именно в том порядке, в каком они выкладывали свои работы. И сейчас с помощью генератора чисел мы будем выбирать любое число от 1 до 4. Скрестили пальчики те, кто за девчонок болеет. Выбираем победителя. Номер 1. Ну что же, Алена Маслюк. Аленочка, я тебя поздравляю. Ты стала победителем первого конкурса на моем канале. Ты получаешь подарок, любую игру по твоему желанию. Я обязательно с тобой свяжусь, мы определимся, какая это игра и как ты ее получишь. Остальным девчонкам, ну, правда, я бы всем подарила по игре, если бы у меня была такая возможность. Рисунки просто потрясающие. И вам спасибо огромное за то, что вы участвовали. Я вам очень благодарна всем. Мне было приятно получать ваши работы. И ну, кто не выиграл, вы, пожалуйста, не огорчайтесь. Будет еще много конкурсов на моем канале, будут еще возможности получить приз. И хочу сразу сказать, что в выходные стартует новый конкурс. Он будет для поклонников Sims и разыгрываться будет Sims 4. Все условия я выложу попозже, в субботу, наверное. И также будет конкурс в ноябре с 1 по 30 на самого активного участника моей группы ВКонтакте. Будет учитываться все, и лайки, репосты, комментарии, и самый активный получит приз. Всем спасибо, еще раз поздравим нашу победительницу Аленочку, и до скорого, ребята, пока-пока.